«Куда исчезают реки? Кто они? Настоящие покорители стихий». Лекции и кинопоказы в рубрике «Афиша» в среду, 5 июня. В Центре толерантности Еврейского музея лекция «Лед. Подвиг во имя науки» или «Ледовое шоу». Арктика современ Скотта и Нансена была идеальным местом для подвигов. Кто же в действительности были эти люди-легенды, что влекло их в Арктику, как сложились их судьбы и как соотносились научная и идеологическая составляющие советских полярных исследований? Основные вопросы лекции из цикла «Покорение стихий». Они утратили первостепенное градообразующее, транспортное, индустриальное, ландшафтное и эстетическое значение. Пришли в заброшенное состояние, а некоторые превратились в кладбище отходов или вовсе исчезли с карты. Чем вызвана новая волна интереса к рекам, кого они притягивают и что происходит с реками в Москве? Разговор на эту тему состоится в рамках предпоказа документального фильма «Исчезнувшие реки». В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского экологическая дискуссия в рамках премьеры спектакля «Враг народа». Встреча посвящена Всемирному дню защиты окружающей среды. Может ли один человек или группа граждан влиять на ситуацию с экологией? Возможно ли остановить незаконные манипуляции с освоением природных ресурсов?